Всем привет, дорогие подписчики и просто зрители моего канала, с вами Грегор, и сегодня, можно сказать, сегодня решил начать выпуск. Ну, в общем, у меня есть ряд новостей, то есть ряд хороших, ряд плохих, но дело в том, что я сегодня, можно сказать, заболел, после, в общем, вернулся со шкалки, можно сказать, заболел, в общем, температура поднялась до 38. Сейчас я вроде как бодрячок, но завтра у меня шкалки не будет. Ну, хорошая новость, то, что я решил. Есть еще одна проблема, в том, что я, можно сказать, не успел, можно сказать, не уложился в срок. Я говорю про выпуск города в Майнкрафте, он должен был выйти 8 числа, но сегодня так же. Тот же день, правда, уже ближе, уже без 10:05 вечера, можно сказать. Но есть, ну, хорошее в том, что я, можно сказать, все-таки, можно сказать, сделал некоторые обновления. Первое обновление в том, что я перенес все Куанска таксопарк и вот этот таксопарк, и автошкугу, да. Планирую сделать еще одну шкалку, ну, еще одну школу, то есть не так, уже вторую, но она же будет где-то в следующем микрорайоне. Кстати, вот здесь первый микрорайон, то есть начиная с этих домов, заканчивая этими, то есть заканчивается в районе автобусного парка. Второй микрорайон начинается с поликлиники, заканчивается... Вот здесь начинается с поликлиники, заканчивается домами жилого комплекса «Красные ворота». Есть еще один мини-микрорайон, то есть уже третий, то есть два живых здания, электростанции, АЗС и радиолыжка. Также я сталкиваюсь с проблемой в том, что, можно сказать, в городе, можно сказать, нету завода. То есть... Рабочих мест как такового мало. Ну, есть, конечно, типа детский сад, школа, магазин, поликлиника, автобусный парк, но этого мало, друзья. Этого для меня, можно сказать, мало. Поэтому к следующему, можно сказать, выпуску. К следующему выпуску, а может и чуть позднее, я планирую построить Аясатовский завод какой-нибудь, ну, возможно, или металлургический, но где-нибудь будет находиться вдали. Чуть подальше будет еще один микрорайон, первый плановый поселок. Ну, вряд ли, я не обещаю в том, что будет какой металлургический завод, но какой-никакой будет. Какой-никакой, в принципе, так, вот у нас таксопарк и автошкола, в принципе, те же, что в Якутске были. Правда, здесь нету таблички «Такси Космос». Таксопарк располагается по адресу улица Макинских комиссаров 2А. В принципе, просто рассмотрим. Тут у нас медпункт. Такой вот медпункт у нас. Ну, обычно бывает, что нужно типа проверить у медика перед выездом. Следующий у нас диспетчер такси, то есть типа... Ну, в принципе, это есть, да, типа, клиент звонит в такси, вы заказываете его, то есть указываете какой адрес. Диспетчер принимает вызов, передает это в таксопарк, ну, не знаю, честно. Просто вызов принимается, такси, можно сказать, тоже выезжает. Следующая у нас столовая, такая, можно сказать, эконом-класса. Ну, в принципе, ничего особенного, только вот столы, стулья и два холодильника. Тут у нас еще диспетчерская, правда, уже на два места, на пару, тут могут работать двое человек. И следующий кабинет, это уже директор таксопарка. В принципе, таксопарк, можно сказать, не какой-то там типа Яндекса, Убера или так далее, а чисто городское такси, можно сказать. Такое вот. Обычное, можно сказать, городское такси. Таксопарк, вот с таксопарком вот здесь вот тут у нас парковочная зона, здесь вот автобус, машины стоят, ученические. Ребят, прошу извинения, просто мне в ВК позвонили, в общем. Так вот у нас таксопарк снаружи, извиняюсь, заговорился, автошкола так выглядит, но в принципе там ничем не примечательная коробка, но внутри есть, но внутри вот у нас... Тут коридор, тут у нас туалет. Сейчас посмотрим, кто это такой кабинет. Кто, не знаю, чей, но... Тут у нас выход к машинам. Тут класс такой небольшой.
И, так сказать, самое любимое для меня то, что вот, типа, вот класс из парта учеников, можно сказать, объединена с учительским столом. Тут тоже кабинет, тут, возможно, зам директора, а тут директор, может быть. Хотя, нет, сказать, тут, можно сказать, сдают экзамены. Летим к следующему обновлению, это находится у нас вот уже здесь, вот в этом. Кстати, я придумал название улицы, это будет Дачная улица, а другая будет называться, другая уже будет проспект, то есть Комендантский проспект будет. Сегодня следующее обновление, это у нас 4 частных домика, 4 частных жилых дома, тут они оба одинаковые, но в одном из них имеется крыша, сделанная из кирпичной плиты. Открыл еще, зациклился на этих трех. Не будем, то есть остановимся на этом. Так выглядит здание, частный дом, так сказать, снаружи. У нас сам дом, и дальше гараж, огород и сарай. Ну, типа сарай. Так, давайте туда пропишем. Тут у нас такой забор. Тут у нас специальная площадка, куда заезжает машина. Дальше идет тропинка. Тропинка идет к сараю, к огороду. Вот, все. Сам вот такой вот гараж. Вот, вот большой получился. Имеется вот такой специальный выход. Специальный вход в нее. А, точнее, вход в гараж. Тут уже, вот, тут уже можно ремонтировать машину. Тут уже дальше идет. Стоят верстаки и сундуки, тут уже лежат инструменты, запчасти, горючие, можно сказать, и так далее. Огород, в общем, вот такой вот получился, то есть половину разделил, можно сказать, пополам, то есть... Ой, ёшки-матрёшки. Так вот, на одной четверти огорода посадил пшеницу, на другую свёклу, на этой картошку, на этой морковку. Морковь. Тут, в принципе, то же самое. Здесь, здесь и вот тут. Дальше сарай. Ну, в принципе, ничего особенного здесь. Так, можно сказать, коробочка 6 квадратов, сделана из еловых досок. Но внутри вот у нас только 6 сундуков, 3 наковали. Дальше у нас само здание, правда. Вот, тоже коробка, но хотя бы в этой имеется такая крыша, правда, без входа в нее. Ну, тут у нас ванная, туалет, кухня, вот еще одна комната, первая, тут вторая комната, тут третья, четвертая. Итак, у нас всего 4 комнаты. Повторюсь, эти дома одинаковые, вот его хотя бы крыша имеется, но так что зацикливаться мы не будем, друзья. Летим к следующему обновлению, можно сказать, может не совсем, но... В принципе, я построил то же здание, что было в выпуске про поликлинику, но я немного модифицировал, сделал что-то наподобие жилого комплекса «Красные ворота», просто, можно сказать, поработал над балконами, такое решение сделал. Балконами. Вот это спереди, сзади тоже такие же балконы. Блин, как красиво выглядит. Возможно. Еще одно обновление уже. Это уже пункт выдачи заказов за Озон. Кто не знает, там есть, возможно, кто-то наверняка юзает Озон, то есть заказываем с Озона, то есть получаем либо нам его доставлять домой, либо доставлять его в пункт выдачи, чтобы мы его, так сказать, забрали его. Так сказать, самовывоз. Вот такое выглядит здание, прям себе коробка. Тоже, правда, узкая. Дальше надпись «Пункт выдачи заказа Озон». Ну и дальше место, где у нас сидят. Не знаю кто, но, можно сказать, менеджеры. То есть...
им сюда доставляется заказ, человек приходит, мы ему даем тот заказ, который он заказывал. Рядом еще остановка стоит. Ну, хотя какая разница, это же не относится к обновлению. Последнее обновление, то что я поработал над, добавил гардероб в Доме культуры, я поработал над кассами и добавил буфет. С этой стороны гардероб, с этой, правда, здесь я, добавил полки, типа там крючки висят для одежды. Проходим дальше, у нас такие вот три кассы, которые внутри. Разумеется, ничего особенного нет, просто стоим, продаем билеты. И, крыша маленькая, крыша этой части маленькая, два блока высота. Буфет, такой получился. Тут у нас две печки, два холодильника, две раковины, зельеварка, типа аппарат, делающий напитки. Красное стекло, типа там попкорн. В принципе, это как тот же буфет, как в кинотеатре, но это в Доме культуры. Ну, дальше есть уже сиденье, чтобы можно схавать, если не втерпешь уже. Все. Это был вот такой вот 11-й выпуск города в Майнкрафте 2-го сезона. И, в общем, повторюсь, я, можно сказать, заболел сегодня, так что могу просто не уложиться в срок, можно сказать. И выпуск может появиться чуть позже, то есть не через день, то есть не на следующий день, а, можно сказать, через 2 дня. В общем, как-то так. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был Грегор. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите идеи. С вами был Грегор. Всем удачи. До новых встреч. Пока.